Проблемы дольщиков номер один на повестке дня региональных властей. Исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский встретился с пострадавшими от банкротства ДСК жителями Иваново и Кохмы, чтобы узнать обо всем из первых уст. Горожане поделились с главой региона своей головной болью. Это и подключение домов к инженерным коммуникациям, сроки ввода жилых домов в эксплуатацию и, конечно, передача квартир в собственность. В региональном правительстве уверяют, что на встречу с губернатором были приглашены представители всех проблемных объектов. Станислав Воскресенский пообещал держать ситуацию на личном контроле.